на седьмом десятке, с суставами все в порядке. Значит, я бы осетрину поел, Александр Бубнов пишет. Осетрина, конечно, дело хорошее, но ее надо довести, приготовить, и я к этому не был готов. Вообще, рыбалка-то состоялась как-то, знаете, вроде как помимо моего желания. Хотя, интересно заметить, я отправлялся на съемки рекламы для «Лошадиная сила», так как я участвую в этом деле. И накануне мне приснился сон отъезда, что я ловлю рыбу и поймал какую-то необыкновенную рыбу, довольно-таки большую. То есть она как бы не похожа на сазана, которого я обычно ловлю. Я еще жене своей рассказал, вот приснился такой сон. И в последний день, когда уже все было сделано еще раньше, значит, организаторы предложили мне порыбалить, и там говорят, а давай сделаем-ка трофейную рыбалку, а на трофейную рыбалку там особую приманку какую-то. И вот они завели эту особую приманку туда, а я в 12 должен уже уезжать. И буквально таки я говорю, ну сейчас уже где-то без 15-12 я должен сдавать номер, пойду сдавать номер. Пускай это все это стоит, ну, я уже уезжаю. И тут только раз, поклевочка. И вот это вы как раз вот увидели, вот этого осетра. Ну, он практически около 7 килограммов весит там. Ну, это самая большая рыба, которую я поймал. И во сне было как раз, мол, она сорвется, уйдет. И здесь я ее отпускаю. Ехал я сколько, практически 2 дня. Половина одного дня, половина другого дня. Поэтому пускай нагуливает вес рыбка. Так, дальше. Ё-моё! Ух ты! Саш, давай подсадь. А этот за рот уже не схватился. Да. Попробуем. Здорово, здорово, Чара, кончили с праздником. Погоди, ты что ли, мамок, привет, будь здорово.